Всем привет, это Дмитрий Гудков. И у меня хорошие новости для тех, кто не признал итоги президентских выборов. Представьте себе, что Замоскворецкий районный суд сегодня тоже их признал нелегитимными. Рассказываю, как это связано с нашей партией. Так вот, сегодня я судился с Минюстом. Если вы помните, 23 июня меня избрали председателем партии «Перемен», она же «Гражданская инициатива». Так вот, Минюст решил, что мое избрание незаконно, потому что устав партии противоречит действующему законодательству. Незаконный устав, незаконный председатель, а значит, суд принимает решение, занимая сторону Минюста. А теперь самое интересное. Минюст признает старый устав нашей партии незаконным, на основании которого меня выбрали председателем. Но буквально в феврале прошлого года на основании этого устава партия «Гражданская инициатива» выдвигает Ксению Собчак кандидатом в президенты. И тогда не было никаких претензий у власти к этому уставу. Значит, что получается? Если избрание председателя незаконно, если устав незаконен, значит, выдвижение кандидата в президенты от нашей партии получается тоже незаконно. Значит, и выборы получаются нелегитимными. Так что, господа судьи, чиновники Минюста, администрации президента, если следовать вашей же логике, тут может быть всего два решения. Либо Гудков председатель партии «Перемен» и Путин президент, либо Гудков не председатель партии «Перемен», но тогда и Путин не президент. Вы уж определитесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи.